27 октября в Казанском государственном энергетическом университете прошел вузовский чемпионат WorldSkills. Это новый проект организаторов. В соревнованиях участвуют студенты на все руки. В КГУ внутривузовский отбор прошли 5 человек. То, чем будут заниматься электроэнергетики, известно заранее. Подсоединить провода, собрать блок схемы, подключить электричество. Задания участники получают за несколько дней. 7 часов у нас электромонтаж, 1 час находится в неисправности и 1 час на программирование. Общее количество часов 9 часов. Честно говоря, до конца еще не собрал схему. Вот посмотрим, смогу ли я уложить за 7 часов или нет. Чемпионат WorldSkills называют олимпиадой, но только в области рабочих профессий. Масштабы действительно поражают. 77 стран-участниц, 52 компетенции. То, что происходит сегодня, вузовские соревнования, опыт, дебют, как и сам финал в Москве, который соберет более 80 городов России. Мы, как определенный драйвер движения WorldSkills International, продвигаем новые идеи, начиная с демонстрационного экзамена, скилл-паспорта так называемого. И сейчас у нас новая идея – это как раз отборочный чемпионат среди студентов вузов. Чемпионат проходит и в других вузах Казани. Единственное соревнование по электроэнергетике. Победителем стал Ленар Хаков. Он отправится в Москву, где поборется за медаль по профессиональному мастерству. Напомним, что в 2019 году в Казани пройдет 45-й мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills. Диана Шилова, Универньюз.